Groovy. Всем ха! С вами Евгений, великий охотник на бигфутов, на рейков, на раков, на рыб и на прочую нечисть. Я на все это охочусь. И охотился у вас на глазах не раз. Вы были свидетелями потрясающих моих побед. Но до меня дошли слухи, что в неких лесах обитает бигфут вновь. Я думал, я поймал его, но нет. Его потомство выжило. Надо сделать, чтобы больше не выжило. Что это за человек-жаба? В общем, мы играем черным парнем. Он максимально... Ой, я хочу... Все будет очень российская шутка. Нет, не надо. Плохо, плохо. Не стоит. Но, блин, но это же очевидно. Он замаскирован вдвойне лучше, чем белый чувак, согласитесь. Во-первых, будет ночь. Во-вторых, зеленые листья. Ну, как бы маскировка, ее нельзя отрицать, она это, в этом ничего российского нету. Я бы то же самое сказал, если бы мы играли зимой белым чуваком. Все, Евгений не расист. Нет, он просто умеет правильно маскироваться и выбирать правильных персонажей для идеальной маскировки. Окей, мы пропустили заставку. Да когда я вообще внимательно следил за стадапспек? У нас логотип Бигфута на нашем трейлере. Вот это не знаю, что за логотип. Нам надо... Пока не стемнело, готовится. Кстати говоря, у нас тут дрон есть, прикиньте. Но нужна батареечка. Смотрите, смотрите, дрон летит. Как его управлять? Надо зайти, посмотреть. Где камера управления? Вот оно. Еще винтовки у нас есть, нифига себе. Пули ружья. Пульки, еще вы сказали. Так, и здесь мясо, еще камеры. Надо все взять. О, птичка, зашибись. Солнце садится. Да причем как-то неумолимо. Даже палатки есть какие-то. Ух, какой кошмар, ни хрена не видно же. Давайте выйдем на озеро и там пустим дрон. Налево нужно идти. Пойдем по тропиночке. Я, кстати, у меня в винтовке даже не было пулик. Только сейчас додумался перезарядиться. Хорошо, что додумался. Самое страшное, это самая первая встреча с Йети. Вот она будет самая неприятная, но потом быстро привыкнем. Так, давайте-ка проведем экспертизу. Я знаток обрубленных деревьев. И скажу вам так. Это точно погрызло некое аномальное существо. Это я так буду рассказывать тем, кто будет деньги выделять на очередные исследования. Посмотрите, этому существу не было достаточно просто обгрызть ветки. Он еще и большую ветку обгрыз, потому что у него очень много ртов. Маленькие рты грызли маленькие ветки. Большой рот грыз большой ствол. Большой ствол ему в рот. В общем, вот такая вот порнография здесь происходит. И вы после этого не хотите дать мне денег, чтобы я избавил эти леса от этой твари. Вот, мы почти уже пришли к озеру. Мне кажется, или здесь нету Йети в этом лесу? Ну что, просто нету? Ну что я сюда припер тогда? Видимо... Что? Что ты сказала, птица? Ты вообще спать должна уже ночь. Я понимаю, если бы ты была совой, тогда я бы, я понял бы, там, ори сколько хочешь, угухай. Но ты просто заткнись, короче. Вот, мы вышли на озеро. Сначала давайте поставим камеру. Камера. Вы не можете установить здесь. Вот, почему еще? Вы не можете установить здесь. Это почему? Может быть, надо в землю воткнуть? Вы не можете? Извольте. Что за говно? А где же я могу установить тогда? Окей, но дрон-то мы можем установить здесь? Не можем. Что за игра? И мне не нравится это обновление. У меня здесь проблема. Очень серьезная, между прочим. Я приехал с неработающим оборудованием. Нельзя установить здесь. И камеру нельзя установить здесь. Ладно, давайте хоть где-нибудь ее установим. Тварь. Ну что ж ты делаешь-то? Может, надо было штатив какой-нибудь взять для камеры? Блин, если Йети сейчас на меня смотрит, он угорает, наверное. Вот здесь можно поставить? Вот камера. О, белиссимо, наконец-то поставили. Все, кино будет сниматься. А теперь встанем вот здесь вот. Все-таки попробуем запустить дрон. Как им управлять? Я не понимаю. Ну ладно, хотя бы мы камеру с вами смогли поставить. Она работает на солнечных батареях. Ночью. Давайте вон туда пойдем встанем. Там еще одну камеру пихнем. Мы лишим этого гада приватности. Но это все ради его же безопасности. Опа, смотрите, вот же оно. Вот мы можем камеры смотреть и можем дроном. Прямо вот... О, посмотрите, мы себя видим. Вот это кайф, смотрите. О, вот это самое крутое нововведение в игре. Все, давайте смотреть, где он. Стоп! Слышите? Где-то здесь. Будет смешно, если сейчас раз, и такой дрон в нашу сторону летит, а его Йети запустил прямо на нас, чтобы за нами шпионить. Так, посмотрим на себя. Пока вроде никакая страшная огромная фигура к нам не подбирается. Поэтому можно спокойно лететь. Какой кайфовый дрон. Давайте вот здесь полетаем. Среди деревьев. Посмотрим, где он прячется. Что? Вон он! Вот он! Погодите! Погодите! Че, прям вот так вот ходит? Такой весь на позитиве! Смотрите! Улыбочку! Погодите!
Какой он угарный. Ну-ка, повернись, мы должны заснять тебя, доказательства о тебе. Слушай, куда побежал? Куда побежал? Слушайте, что-то мне кажется, что он побежал на меня. Да-да-да-да-да-да-да! Он бежит на меня! А! Куда дай? Куда дай? Ты че? Все, напинал мне просто. Я выжил. И как Ди Каприо выжил. После схватки с медведем. О, как крови пустил. Это его кровь, не моя. Слушайте, дрон это потрясающий инструмент. Мы смогли выследить Йетти. Вот вам охотники за нечистью. Учитесь, блин. Просто берете дрон и летаете себе в свое удовольствие. Кстати, у меня такая прекрасная идея есть сейчас. Думаю, вот здесь встанем. Вот так вот. И откроем наш планшет. Где дрон? Забыть про дрон. Друзья, побольше лайков обязательно, чтобы я смог победить сегодня Йетти. Я бы хотел где-нибудь здесь тоже камеру влепить. Во, вот на этом краю. Вот здесь довольно-таки неплохой обзор. Здесь может ходить Йетти теоретически, да? Поэтому давайте ставим камеру. Замечательно. Это камера номер один. Она все снимает. А можно зумить? Зумить можно. Камера номер два. Вот он я. Надо бы найти свой дрон. Вот это было бы... Это было бы здорово. Стопэ. Чё это мы не пользуемся всеми нашими благами? Хитрыми, зловредными инструментишками. Ну-ка, погодите. У нас же с вами есть капкан. Давайте его раскроем. Положим кусок мяса. Теперь желательно все-таки пойти найти свой дрон. Хочу, чтобы этот Йетти пришел и напоролся. Вот будет смешно, я буду смеяться. Кстати, где мы находимся? Вот наш базовый лагерь. Но мы можем сделать еще один лагерь, который будет тоже хороший по-своему. На полянке вот, на этом маленьком холмике. Да-да-да, прямо вот возле озера, мне нравится. Хорошее место. Крафт себе палатка. Зная Йетти, он будет уважать мои личные границы. Поэтому не залезет ко мне точно. Как нам залезть туда? Вам отсюда наблюдать. Так, закрыться. О, блин, что такое? А, я подобрал палатку сам. Ладно, заново поставим. Вот. Как-то здесь, мне кажется, будет дуть отсюда. Хреново поставил. И знаешь, что надо сделать? Мы поставим костер. Нам нужно 4 веточки и камни. 32 палки и 32 камня, чтобы сделать костер. Надо ли оно мне? Я не знаю. Но я точно знаю, что надо Йетти. А Йетти очень любит капканы. Положить кусок мяса. Что это такое? Я вижу что-то. Что это? О май год. О, боже мой. Человек найден. Посмотрите, его обглодали. Видимо, только его верхняя часть была вкусной. Знай, Джонни, Йетти отчасти тебя оценил. Укрытие 2. Хотя чувак молодец, он построил вот это убежище. Я помню, в The Forest можно было сохраняться с помощью него. Может, он сохранился, сейчас зареспаунится. Так что для него еще не все потеряно. Ай, блин, нет, что-то мне страшно. Ладно, Евгений не будет сидеть как сопляк. Он пойдет сражаться. Собирать палки для костра тоже пойдет. Посмотрите-ка на это. Что это такое? Кажется, здесь кто-то наступил копытом. У Йетти есть копыта? Очень может быть, это ведь такое аномальное существо. Там может быть все что угодно у него. У него может быть много тузов в рукаве. То есть у Йетти может быть еще и рукав? Что еще он от меня скрыл? Куда мы идем, кстати говоря? Если мы хотим вернуться в наш лагерь, а я очень этого хочу, то нам нужно вниз. Мне кажется, мы можем вот так вот по скалам спрыгнуть. Наша излюбленная тактика. Зачем обходить гору? Опа, что это? Ох, ни хрена себе. Я вот не понял, это сейчас было что? Это был рык Йетти или это был гром? Главное, чтобы не рык грома и не гром Йетти. Ой, блин. Что ж так обидно-то? Погодите, где аптечка? Полное здоровье. Все, мы ее заюзали, да? О! Погодите, хэдшот! Не попал. Черт, не бей! Не бей! Получай! Получай! Где он? Просто исчез. Я его навалял! Возможно, хедшот удался, что обмочив штанишки убежал, да, значит? Ха-ха. Блин, какой. Сейчас уже совсем другая ситуация, друзья. Это не я хочусь на него, а он на меня. Он первый начал. Вот он. Ой, славненько. Еще одна палатка у нас теперь. И я надеялся, что дрон вернулся. Как нам его восстановить? Неужели вы хотите сказать, что я должен прямо его физически найти? А, знаете, что сделаем? Давайте вот такую хитрость замутим. Мы поставим камеру прямо здесь. А еще мы поставим прямо вот здесь капкан. Такое коварное существо. Да почему мне нет этого предмета? Почему? Да, смотрите, не кладется. Не кладется. Кладись. Да почему? Я запоролся на своем собственном капкане. Мясо я тебя ненавижу. Что это, блин?
Кто там? Кто в кустах? Кусты? Это вы в кустах? Кто-то реал в кустах. А, погодите. Нет, это я. Это я просто ногами своими топчусь. А, все. Немножко обосрался я. Вот я положил. А толку? Ну ладно, у нас мясо попало в капкан, кажется. Теперь Йети придется позаморачиваться, чтобы открыть капкан. И тогда он откроет капкан, чтобы достать мясо. И капкан получится открыт, и он в нем встанет и попадет в капкан. Вот такая тактика. Но давайте все-таки на всякий случай поставим еще один капкан. Капканов много не бывает. Мясо, кладись, тварь. Ты что ж за говно? Почему? Представляете, оно не кладется. Погодите, мне надо прямо мышку наводить на текст, оказывается. Боже мой. Я знаю, что Йети, я долго их изучал, я знаю, что они любят хорошую музыку гитарную. А, черт, сфальшивил. Ладненько, Блэдшит, давай показывай, что есть. Здесь его нету, возле лагеря озеро. Нету. Слушайте, ну кажется, все, Йети нету. Я установил камеры, где только мог. Настал день, давайте попробуем исследовать новые места. Пойдемте вот сюда, к болотам. Что это за... Что за звук? Какая-то камера спалила его? Да, блин! Еще как спалила! Обратно в лагерь пошли! Вон он! Вон он, дай! Так тебе! Ха-ха-ха-ха! Кто теперь тут хищник, а? Стоять, блин! А, черт, тебя спасло дерево! А ну вернись! Вон он! Так смешно гоняться. Вы че, я докопался до него? Давайте-ка подумаем. Конечно же, здесь нам не дадут поставить камеру, но я все-таки попробую. Блин, вот это тупо самые удобные места и нельзя ставить. Тут же такой хороший обзор, но почему? Или давайте вот сюда поставим. Вот тут неплохо тоже видно. Ну как сказать, дерьмово видно. А ну, забрать. Во! Вот здесь, мне кажется, как раз таки стоит поставить. Давайте зачекаем. А, блин, мерзкое болото. Давайте здесь день поставим капкан. Вот прямо тут. Вот Йети такой будет ходить по своему любимому болоту, а тут бац и капкан. Ужасная погода. Просто отвратительная. Мне не нравится. Мясо положено. Что, пойдемте? Блин, тут только ведьми и обитать. Смотрите, домик. Чертово болото. Фух, кто в теремечке живет? А? В теремочке, блин, живет стоять. Это охота на монстров. Я застрял в двери, помогите мне. А, вот все, я сам спрашиваю. Так, кто здесь? Пульки. Отлично, хорошо, у нас теперь есть еще одна нычка. И капкан. Камера один. Все чисто. Камера два. Чисто. Камера 3. Окей, камера 4. Камера 5. Ладно, в принципе, там должен раздаться сигнал, когда, если вдруг Йети будет поблизости, да? Блин! Черт возьми, черт возьми! Ты куда в землю провалился? Я убил оленя случайно, дурак ты олень! Я вспомнил, такое уже было, вот точно так же он меня стриманул. Блин! Нет! Я понял, в чем замысел. Олени просто хотят из меня все патроны выжить, да? А, блин, где ты? Дед! Тихо! Блинушки, все! А, пощечина, ты как не смел! Эй, перестань! Вон он! Посраки! Получил? Ты меня напугал. У меня была паника. Нет, гамак! Ты порвал гамак! Ты ответишь за эти преступления, Йети, твою мать! Он идет! Он что, прям идет на меня? Я попал? Гоу, прям бежим за ним! Иди! Ну-кась!
Давай, ракетница. Сейчас мы будем стриманем. Видишь, какое все красное стало, Йети? Лес будет весь красный в твоей крови. Смотрите. Опа. Сторожевая охотничья башня. Точнее, старая. У меня есть такое подозрение, что Йети по-любому ходит по этим лесам и осматривает всякие примечательные места. Поэтому здесь самый кайф ставить камеры. И не только. Еще можно капканчик сюда влепить. Вот прямо так. Ад, много лишних звуков. Не слышу самые главные звуки. Самые опасные. Сейчас где-то будет тропинка налево заворачивать, вот. Я туда и хотел. Сдается мне, мы сейчас в какое-то ущелье придем. Посмотрите-ка на это. Лесопилка. Так, включить. Прекрасно. Я думаю, есть маза здесь отразить еще одну атаку. Рюкзак. Боже мой, где-то здесь рядом еще один чувак. Какой-нибудь Джонни. Что? По? Какого нафиг фига? Это не человеческий череп, это череп какого-то примата. Евгений, это я, олень из ужасов. Я, между прочим, пришел скример устроить. Вот сейчас спрячусь за этими бревнами, и я оттуда потом выпрыгну на тебя. Вот, напугал. Олень из ужасов. Я сатана. Окей, короче, получается, мы только что были испуганы оленем. А теперь... Дальше-то куда идти? Труп мы еще сам не нашли. Опа. А вот и край карты. Тут заповедник заканчивается. Нас прижали. Мы не можем отсюда выбраться больше. Осталось только сражаться. Давайте сходим в эту часть карты, потому что мы еще здесь вообще не тусим ни разу. Сколько камер осталось? Одна. Вот как раз таки ее там и расположим. Ну что, камеры? Докладывай, что ты видишь. Вижу какого-то придурка, который светит мне фонариком в лицо. Погодите. Погодите. Камера, блин, сигнал издала. Упал, стрейфится. О, блин, как сейчас наваляю. Я, о, боже мой, дыхалку сбил. Все, блин, за ним. Стой, мать твою, я помахнулся. Сказал, стой. Бежим, бежим, бежим. Оп, прыжок. Где ты? Все, слинял. О, боже мой, о, боже мой, о, боже мой. Где, где? Что, блин? Ты что такое? Да блин! Да блин! Ты что, меня отымел, волк? Я причем сначала, я понимаете, я не среагировал. Я переключил на камеру, и на камеру нападает волк. Я такой думаю, блин, что такое? Зачем камеру волк атакует? И почему камера стонет от боли? Я такой, потом я понял, что это я уже. Офигеть. Окей. Неожиданно, у нас теперь тут есть еще и новый враг. Самый опасный враг. Враг, которого никогда не ждешь. Враг, который всегда нападает внезапно. И это... Олень из ужасов. Ну, на сегодня мы с вами закончим, друзья. Огромное всем спасибо, что смотрели. Это новая эпопея, где я буду ловить Бигфута, стрелять волков, убивать оленей и искать трупы. И опознавать их так, как мне вздумается. Если вам это понравилось, если хотите увидеть этого больше, то обязательно ставьте кучу лайков, пишите кучу комментов и не забывайте подписываться на канал и ставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы по этой игре или по другим играм, которые тоже крутые, в моем исполнении особенно. С вами был Юджин, люблю вас всех, обожаю, муа, целую и, конечно же, 5!